Священномученик Аркадий Горяев родился в 1877 году в венгерской семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии и одновременно с этим преподавал в земской школе. Также отец Аркадий был назначен в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения – вагулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий совершал венчание в своем храме. В это время в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили во враг. Через 11 дней тело священника было найдено. Его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде. Четырнадцатое июля. День памяти священномученика Аркадия Горяева, пресвитера.